Всем здравствуйте! 13 ноября вся страна прощалась с основателем группы «Ласковый май» Сергеем Кузнецовым. Многие почитатели таланта Сергея Борисовича приехали в Оренбург, чтобы проводить в последний путь талантливого человека и близкого друга Юрия Шатунова. К огромному сожалению, не все поклонники смогли приехать на церемонию прощания с композитором. Тогда фанаты группы пошли другим путем. Многие люди в этот скорбный день пришли на место последнего пристанища Юрия Васильевича Шатунова. Многочисленные поклонники певца до сих пор не могут поверить, что его нет. Народ шел весь день. Многие приносили цветы, статуэтки, а некоторые приносили совместные фото Шатунова и Кузнецова и оставляли трогательные стихи, обрамленные в рамки. Слезы душат, сами капают. Два гения, два голубя украшают небесный райский сад. Привет, наши любимые Юра и Сергей. Говорим это каждый день, глядя в небеса. Как осиротел весь мир, без вас страна погрузилась в вечную грусть. Светлая память Сергею и Юрию. Они навсегда останутся в наших сердцах, любовь народа вечна. Сердце до сих пор не может принять уход таких талантливых личностей, пишут пользователи. И действительно, Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов были для поклонников практически единым целым. Именно поэтому теперь они приносят совместные снимки на погост к Юрию Васильевичу. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!